Привет, умники! Сегодня будем избавляться от кошмарных снов о работе и узнаем, как достаток и диета влияют на продолжительность жизни. Подробности, как всегда, далее. Специалисты из университета Чикаго нашли способ избавиться от кошмарных снов, касающихся работы. Ученые отмечают, что часто мучающие людей сны о пропущенном сроке сдачи проекта на работе или о ссоре с коллегой или начальником, как правило, вызваны эмоциональной перегрузкой. Чтобы избавиться от подобных мучительных сновидений и создать себе полноценный ночной отдых, ученые советуют выполнять несколько несложных действий. За несколько часов перед сном нужно перестать думать о работе и делах. Далее следует переключить свой мозг на какое-то другое занятие. Можно принять ванну или отправиться на прогулку. По мнению экспертов, выполнение этих несложных правил позволит более эффективно отдыхать, а также повысит продуктивность работы. Богатые люди живут дольше бедных в среднем на 10 лет. Об этом сообщили ученые из Университета Восточного Теннесси. Они провели исследование, в ходе которого 50 американских штатов были разделены по уровню доходов местного населения. Эксперты проанализировали доходы населения и сопоставили их с демографической статистикой, в частности, со средней продолжительностью жизни. В результате получилось, что в Штатах с неблагоприятной экономической ситуацией наблюдается и более ранняя смертность. Средний доход в самых богатых штатах Америки составил почти 90 тысяч, против наименьшего – 24 тысячи. Американские ученые из университета Стэнфорда назвали продукты, которые стоит чаще употреблять для того, чтобы продлить свою жизнь не менее чем на 20 лет. В исследовании приняли участие около 11 тысяч мужчин и женщин возрастом от 40 лет. Все они вели строгий пищевой дневник. Для чистоты эксперимента к исследованию не были допущены люди, перенесшие ранний инсульт или сердечный приступ. Авторы работы отслеживали, сколько участников исследования умерло за более чем 20-летний период мониторинга. Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что средиземноморские диеты снижают риск смерти. Объединяло эти диеты наличие в рационе фруктов, орехов и овощей. Это были самые полезные новости науки на сегодня. Пока!